Нет серых в этой карте, бла-бла-бла-бла. Так-так-так. Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня мы продолжаем эту эпопею. Ту, которую даже хотят закрыть, петицию создают. О том, что надо же закрыть, это же игра антирелигиозная. Во-во-во-во-во. Но мы не поддаемся на провокации и играем с удовольствием. Итак, что у нас есть из Binding of Isaac Afterbirth? Иуда у нас есть, который не дошел до мега-сатаны. Вопросинский тоже там не был. За Еву мы попытались в прошлый раз, неудача нас постигла. Может быть, за Самсончика попробуем? За него тем более можно сразу... А, Азазель. Азазель-то, кстати, вернули в нормальное состояние. Давайте так по фану попробуем Азазелькой. Я, кстати, давно за него не играл. Так, Burning Basement. Все горит, ребята. Все горит, все плавится. Есть даже хороший камень. К сожалению... Программа под названием Missing Hut не работает, потому что Айзек обновился, а программы нет. Ну, это тем, кто упустил, в принципе. Что это? I'm stuck in a loop. Что-то знакомое, но я забыл, что дает. О, давайте возьмем. Так, мне бы бомбочку. Выпишите мне бомбу, пожалуйста. О, сюда можно заехать. Сердешко. Давайте прожмемся. Так уж и быть. Пара-пара-пам. Ац. Так. Чуть не попал, а? Не понял. А, это все, я понял. Это вот эта вот фигня дает мне возможность вторичного выпадения того, что уже использовано. Во, я вспомнил, что она дает. Костер жжется, оказывается. Ой. Файрмайнд, а как это с моим героем сочетается, кстати, я даже не знаю. Если оно будет взрываться прямо в упор ко мне, это огонь. Огонь, при, до свидания. Но вряд ли оно так будет сочетаться. Скорее всего, у меня оно вообще не будет. Оно вот просто поджигает, да, а вот взрывать вряд ли будет. Кстати, здесь секретка будет. Давайте попробуем достать еще одну бомбу. Нет. Облом. Облом, сказала игра. Не будет тебе еще одной бомбы. Так, а что тогда там налево? О, пилюльки. Пилюльки сам. Нормально, они сами лопаются со временем. Хелсап, отлично. Инфестед. Так, бомба и Джокер. О, фигарики. Извините за мой французский. Так, я, наверное, в секретку все-таки пойду. Эй, тут всего лишь три монетки. Надо было все-таки идти в камень взрывать. Вот, еще одна. Хорошо. Так, там ничего не осталось. Айда к боссу. Монстриатина, привет. Гори, гори, ясно. Ой-ой-ой, отрыжка. Отрыжка монстра. Это чуть не попал. Хорош. Чуть не раздавил. Все, готов. Фу, гадость какая. Так, ну, видимо, Джокер. У меня красный контейнер без сердца. Жалко, что сердечко не выпало. Ну хорошо, Бримстоун, так Бримстоун, ребят. Бримстоун — это круто для этого героя. Теперь зато мы сможем реально пойти... Вы чувствуете, да? Я теперь могу на удалении всех бомбить. В принципе, здесь же тоже должен открыться... Открыться сделка должна. Так что это не проблема. С Бримстоуном намного все легче будет теперь, да. Согласен. Главное, что, как в прошлый раз с Евой не получилось, что... А, все, это теперь невозможно не пройти. И хренак, фейл такой. Черед. Хорошо. У-у-у-у, говно, гори. Гори, говно.
Нормально, так два раза проехался, да? Все прочистил. О. Она мне только плюс дамаг даст, насколько я знаю. Да. Ну, плюс дамаг — это то, что нам нужно, собственно, на Бримстоуне. Можно еще, конечно, подзарядку чуть быстрее. Здесь секретка будет. Прям. Уй. Прячься. Прячься, гасят всех. Так, хоть тихо, плохая. Плохая комната. Но я с полетом, поэтому мне пофиг. Слушайте, вы посмотрите, сколько огромных комнат. Квадратных, толстых. Фига себе, сколько их там. Ай, госп... Твою налево, огонь. Вот, видите, вот я уже начал рачить. О, так, красненькое сердечко есть. Теперь мы сможем поторговаться за красненькую. Что, думаете, я не смогу поднять? Ха-ха. О, вот это добро. Так, видел. Да. Серьезно. Я думаю, сначала сюда. А вот зря. А вот и зря. А хотя что, зря-то? А что зря? А пофиг на самом деле. Одинаково все получится. А, зря. Зря. Блин, было бы у меня на пол черного сердца больше. А если я выйду, оно все закроется сразу, да? Ну и черт с ним. Я хочу пройти эту игру. Во-первых, это пройти, а во-вторых, уже собрать. Тем более там не такие уж прям волшебные артефакты, чтоб прям так горевать с них. Это мне не нравится. Не так уж там прям так намазано сильно. Ай-яй-яй. А, кнопки нажать. Черт побери, а. Не так уж там все сладко было. Красота. Вообще волшебство. Ненавижу этих костлявых чертей. Так, это кто такая? Ну? Так. Все, финиш. Так, неплохо затарились. Так, две жопы. Нифига себе, всех хлопнул. Так, какая вероятность, что вот здесь у нас секретка? Видать, стопроцентная, да? Ну и так уж тут богато наложено, накладено. А, кстати, говорят, что это мой первый Бринстоун в Афтерберсе. Прикиньте. Но это реально редкий артефакт, поэтому... Почему бы и не отметить это бутылочкой Кока-Колы? Ха-ха! Все верно, там в чате пишут. Так, магазин. Вот, кстати, магазин сейчас достойно может быть. Так, батарейка. Но это если только на вырост. Ну, давайте возьмем. Тут, в принципе, другого-то брать нечего. Ага, даже так. Отлично, ребят. У нас сделка будет на этом уровне, кто бы как ни желал. Потому что на этом уровне, по идее, не должно быть сделки, да? Но мы можем ее вручную включить. При помощи Джокера. Это куда-то я не туда зашел, да? Ну, ключик получил. Так, вообще пустотелая комната. Так. Парни, 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 осторожно. Слушайте, а здесь нет суперсекретки, а где же она тогда?
Здесь ее не будет. Она, скорее всего, здесь, кстати. А, куда ты оттолкнул бомбу? Да ё-моё, аппарат. Взрываем. Фу ты, блин. Умри. Умри, гад. Сейчас ускоренные стрелы пойдут. Тихо-тихо-тихо, заливает, падла. Залил таки. Да ё-моё, Крампус. Давай, бошку. О! Все, ребята, у меня будет вообще тут все в бримстоунах. Юху, ныряем. Жалко, что серых сердец что-то как-то маловато. Хороший камень перед боссом. Ну, как-то я уже про-про-про. Я уже все про. Итс. Кто здесь? Чё ты творишь, а? Вот ты черт, а. Так. Много гишей. О! О! Нифига себе, а чё ничего не выпало-то? Столько грибов оптом взорвал. О, тирсап. Ну, хоть что-то. Так, хермит. Это можно сразу в магазинчик покнуться. А я, кстати, вот... А, нет, стоп. Это был не на кафе. Какого черта здесь происходит? А там что тогда, библиотека была, что ли? Слушайте, у меня как-то кончается жизнь подозрительно. Да как? Вот ж надо так было мастерски-то вырулить туда, а? Слушайте... Там библиотека, что? Гори-гори, ясно. Слушайте, что-то как-то все это попахивает профанацией какой-то. Есть деньги, но некуда их тратить. Спейс. Частис. Импресс. Ера. Ера. Сейчас. Погодите. Тык. Торопишься, говорят. Ну, конечно, я тороплюсь. Так, спейд. Two of spades. Так. Давайте пока так походим. А, стоп, чё походим? Золотую комнату я уже нашел. Секретку не нашел, да? Так. Такое, а серые когда будут? Мне нужны серые сердца тоже. Так, здесь секреток не может быть. Ай-яй-яй, костеплюи сраные. Так, здесь тоже секретки не может быть. Да ладно, наверное, хватит уже, да? Хотя вот здесь он, этот есть же. Батарейка же есть. Есть. Не хочет она мне давать.
Так, видимо, где-то здесь рядом с магазином будет, да, секретка? Ого! Так. У нас новая мета, ребят. Не тратим... Рожками нет. Не тратим красные контейнеры. Так, тихо. А как мы тогда сделки с дьяволом будем делать? Ага. Хорошо. Спасибо. Кто тут у нас? Все бы хорошо, но красный контейнер я тратить не хочу. Слушайте, а секретку-то я так и не понял, где здесь находится на этом уровне. Видимо, в сочетании из двух комнат. Где-то в клетке. Поехали ниже. Времени много уже. В этой карте нет серых. Но если ты не знаешь, то... Эта карта просто делает дроп. Нет серых в этой карте! Бла-бла-бла-бла! Конечно. А мы, кстати, еще один джастиш тут же упал. Бежим! Обычный шанс на дроп серых. Тут никаких ограничений нет, так что. Слушай, я так ни разу не использовал. Хардс. Ай-яй-яй-яй-яй, компания. Так мое серое сердце убило, сранец. Лапс. Лапс это, ребят, для нас просто жизнь. Мы будем с вами взрывать себя и лечиться от этого. Вот и все. Вот так я хочу это провернуть. Кнопка. Дави. Говно. Мочи. Таньга. Да, в принципе, денег-то вагон. Не проблема, если честно, уже. А вот вероятность того, что что-то дельное в магазине выпадет, маловато. Стоять, взрывать. Лететь. Здорово, мой любимый друг. На, это все тебе. И смотри, из него даже ничего и не выпало. Как ты, говорит, мастерски под удары подставляешься. Это... Подставляться под удары — это мой конек, ребят. Так что вы... Можете что угодно говорить, это так и есть. Это мой стиль. Дэвил. О! Можно насрать. Хи-хи! А потом все зачистить. Оп, стоять. Потом взять вот эту штуку и зачистить вообще все. Круто. А вы говорили, денег нету. О! Собирай не хочу, называется. В принципе, наверное, вот это мега говно нам уже не понадобится. Так, это сердца. О, удачки поднялись. Фух, еле собрал. Так, вверх или вниз? Айда вверх. Большая длинная комната, классная. Мне она нравится. Так. Хэй, челлендж ради одного сундучка. Вот с этой прыгунки. И эти будут сигать нас, пытаться раздавить своим весом. Но ничего, мы тоже что-то можем. Так, видимо, все-таки не сюда, да? Где же все мои плюс дамаги-то? Вот что меня беспокоит. Все-таки одного паука сделали. Угу. Блин. Хрен пройдешь, называется. Так. Магазин. А, ты смотри, здесь оказывается, какой стиль у него. Ну, денег вагон. Бумеранг. Да. А ты кто? Инфестед? О, это в той комнате с говном надо было юзать.
Так, ладно. Ты кто? Diamonds. Ю. Можно аппарат, в принципе, понабирать. Ха-ха, понабирал. Ну что за невезение, ребят? Уфик. В общем, у меня есть все, кроме повреждений, я бы так сказал. Lord of the Fallen, смотрите. А, я тоже так умею. Абадон! А, тварь! Ты смотри, все красные сердца зажрал! А, невезуха, так невезуха! Блин, ребят, косяк, просто жесть. Ну ты прикинь, а? Да единственный артефакт, который мне мог напортить жизнь, он взял мне и выдал его. Да. Ты 2 ДМГ ап пропустил. В смысле, я 2 ДМГ ап пропустил? Ты о чем вообще? О, спасибо тебе. Что человек пишет, что за 2 ДМГ ап я пропустил? Какая-то тринька где-то лежала, я ее пропустил. О, как так? Не ударили меня. Где была тринька? Так, здесь какаха. Вот здесь была тринька еще какая-то. Да что ты меня обманываешь, блин? 2 ДМГ ап я пропустил. Ничего не пропускал. Шутник, а? Вот я как раз здесь пытаюсь добить себе какую-нибудь триню хорошую. На сделках фершот и балахон. Да елки-палки, да я бы тогда не выжил бы. Так, время 19 минут. Блин, что-то я на хаша не успеваю вообще. Не успеваю на хаша. Давай, аппарат, ну дай мне нормальную триню. Быстрей! Все, устал. Поехали отсюда быстрее. Хватит уже. Балахон дает черных сердечек, выжил бы. А-а-а. Не, погоди, ну, если б я знал, что мне потом Абадон выпадет, понимаешь? Я же не знал об этом, я хотел себе красных сердец настакать, чтобы, извиняюсь, лечиться взрывами. А мне игра вот что подвернула, какую подляну. Вот и все. Ты что, издеваешься, игра? Нифига мне это сдалось. Да... Ух, The World, отлично. Где? Направо. Ой, извините. Как-то вломился так в них. А-а-а, нос чешется. А-а-а. Что ж такое-то, а? Так, червяки, 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 мочи червяков. С них даже ничего не выпало. Жадные червяки попались. Бам! У-ху! Серьезно? Оу! А, твою мать! Я случайно вышел. Ха-ха-ха! Ну там ничего интересного не было на самом деле, я бы ничего не брал. За 3 сердца я бы там ничего не брал. Так, ну это запчасть от Гаппи, кстати. У меня были еще Гаппи до этого? Нет? Я не помню, если честно. Не, Бримстоун у меня первый арт был, да? И он у меня, вон он нарисован.
Так, магаз. Так, муха, сердце, накидка, все берем, попробуем перкс. Вот из этого выпадет денежка. Спасибо, поехали отсюда. Хороший, хороший камень, где ты? Не, вроде не видно. О, не, для бримстоуна на это пофиг. Так, хороший камень есть, нет? Все, погнали. Мама, здравствуй, здравствуй, мама, я тебя так ждал. Тихо-тихо, нога. Куда-то она ударила в такое место, что сама заплакала. Так, нам что надо? Погодите, стоп. Нам нужно... Даркрум, да? Даркрум нам нужен. Так, нам нужен Даркрум. А, кстати, опять открылась сделка. Здесь гвоздь, в принципе, возможно взять. Как вариант. Ай, да, гвоздь. Хрен с вами, пусть будет гвоздь. Вомп XL. Неплохо, в принципе. Мне бы еще... А, у меня же и максимум. Ёлки-палки, а я жру. А как у меня максимум-то накопился? Непонятно, кстати. Я же взял его за 3. Один раз использовал. Какая-то нездоровая фигня. Тирс даун, да хорош. А зачем я, кстати, таскаю себе хардс, если у меня сердец красных нету? Так, ну вроде бы куда-то иду в хорошем направлении. Ха, сам своего убил. Отлично. Пришел куда надо, вообще по назначению. Отлично, ребят, значит, мы успеваем с вами посетить Хаша. В принципе, вот он там за 2 комнаты прошел и будет Хаш. Так, а чтобы нам найти секретку. Так, здесь ее нет. Там ее тоже нет. А ее нигде нет. Интересно, смогу ли я хаш... Не, ну хаш-то он вообще, в принципе, зависит только от, не, от моих... А, сто... А, я понял, я собрал этого, как его? Чевелакина. Ну, летающий этот, засранец-то. Он дает 2 сердца, насколько я помню, и полет. Вот откуда у меня все это взялось. Как он называется-то, господи, я забыл. Говнарь-летчик, в общем. Назовем его нашими словами. Русскими. Так, кто здесь? Выходи, подлый трус. Гаси, как их там много. Там не тесно, интересно. Ай, визард. На бримстол не работает. А что я ищу? А, я ищу секретку. Я ищу местоположение секретки. И пока что-то не находится, да? Можно суперсекретку попробовать здесь поискать, но это маловероятно, что я прям так найду. На XL уровне. Да, как-то все просто. О! Ой-ой-ой. А, в принципе, мне-то это полезно. У меня же есть защита от него. Так что берем. Куда-нибудь перелетит, что-нибудь взорвет, да пофиг. Меня он взорвать не может. У меня пироманьяк есть. А, ты смотри, попал все-таки один раз. Ну ничего, у меня есть запасное серое сердце. Ну. Так. Глаз. Привет, глаз. Ого. Ого. Серьезно? Ну-ка. Ну да. Конечно. Что мне надоело искать эту секретку. Тем более я, по-моему, хрен найду. А вот здесь я, по-моему, не взрывал, да?
Нету здесь секретки. Так, возможно, она где-нибудь вот здесь. Тоже нет. Ладно, пошли возьмем сердце и айда к Хашу. Нам его еще убивать. Справа внизу от узкой комнаты попробую. Узкая комната справа внизу. Сюда что ли? Тихо, тихо. Дали какой переросток. Колбаса переросток. Ну давайте еще здесь пройдем, хорошо. Все равно торопиться пока некуда. Вот здесь вот, да, возможно. А, нет, здесь невозможно. Да пофиг, вот здесь возможно. Давай, будь здесь. Фу ты, блин. Все, запарился, если честно, искать все это дело. Погнали. Сух, какой у нас тут червячок-то будет классный. Какой-то он черный. Негр, что ли? Э-ты-ты-ты-ты-ты. Готов. Так, спички, дети, мне игрушка. Наконец-то я тирсап получил. Клипс, привет, живое. Так, тратить я не хочу гвоздь. Я хочу его на Хаша оставить, он все-таки плюс дамаг тоже дает. Ай. Хорош, перестань, что ты делаешь? Все. Так, вот он Хаш. Прыгаем. В принципе, у меня есть 11 сердец. Это ж ХХХХЛ. Да, это он. Так, мухи в банке. Ну, они того не стоят. Чтобы их брать. Are you a wizard? Дальше мне деньги вообще не понадобятся, насколько я знаю, да? Пусть будет импресс, тоже усилит наши повреждения. Так. Ой, я там... О, вот за это спасибо. Так, но я все равно не Гаппи. Мне нужен тогда еще один артефакт Гаппи. Чтобы стать Гаппи. Ансус Вижн. Хороший арт. Можно будет вернуться потом взять. Попрошайка и магнит. Вот удаляй называется. И то, и другое. 10 бомб и пробив насквозь. Тоже вообще пофиг. Ни то, ни другое не нужно. То есть я и так насквозь бью Бримстоуном. А 10 бомб, у меня их 35 штук, да я их не потрачу ни в жизни. Вот так вот игра надо мной пошутил. Можно, конечно, попрошайку взять, потому что монетки реально не нужны будут, а он сможет их переваривать во что-то другое. Давайте попрошайло возьмем. Да, ты вначале лапу не взял за красное сердце. Да, знаю. Ну кто ж знал, что так все обернется? Ладно, ну сюда-то мы еще вернуться сможем. Че, с богом? Хаш, привет. А, ну сначала не Хаш. Ну, давайте сразу прожмем себе сердце, сделаем. Я не знаю, импресс тоже может сразу прожать. Че-то я плохо его бью. А теперь мой маленький прищик. Здравствуй. Здравствуй, прищ. Как дела? Молодец, попал. Умница. Я не вижу, как у меня щеки надуваются. Ой-ой-ой, орбиталка-то у меня нет. Так что можем погореть на этом деле. Так, стоять, стоять, не пулять. О, мухи-цикатухи, пожалуй. Конечно, был бы у меня Гаппи, было бы все прикольнее намного. То есть я бы сейчас столько генерировал мух. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, задвинул меня куда. Эй, ты что присел-то? А ну вылезай, подлый трус.
Так, вроде бы увернулся, да, от его дождя. Ой, ой-ой-ой, больно? Ты чё орёшь ты так страшно? Вы видали, как он страшно на меня наорал? Я ж испугался, если честно, я забыл, что он так кричит страшно. Ага, вот секретная точка есть. Хорошо, что у меня радиус убоя бесконечный, можно сказать. Так, вот это что-то не припоминаю, если честно, такого. Он еще, гад, ползет в мою сторону. Заливает и ползет. Ёшкин кот. Перестань, а? Вот тварь, а. Умри там. Да, знаю, тебе до смерти еще далеко. Стоять. Пережидаем. Я не знаю, я попадаю или нет в него. Нет, не попадал. Хреново без орбиталки, я вам скажу, а. Ты смотри, ну прям зажимает. Так. Можно жахнуть еще раз. Хорошо, что у меня накидка есть, а? Я еще потихоньку регенерирую. То есть... А! Я забыл про это. Мама. Мама. Черт побери, да какого хрена? Бомби его, Витя. Бомби. Безжалостно. Уничтожайте его безжалостно. Мочить козла. Ёхты, черт побери. Что тут еще стреляет? А, тут еще какашки стреляют его. Ё-моё. Хорош, где ты там? А, ё-моё, да что ж такое? Вот я слепак. Я его не знаю, где он находится. Вон он где, оказывается. Слушайте, он опять приземлился, под землю залез. И как мне его выманить-то оттуда? Да черт. Ладно, должен тебя уделать я. Охренеть. Да это нереально здесь проникнуть, пройти без удара. Перестань ты это делать, а? Слушайте, как сложно-то, а? Что-то раньше легче было намного. Сейчас-то что меня ударило? Офигеть, я чуть не сдох. Ладно, хоть прошел. Ёлы-палы, лес густой. Я охреневаю. Ну ладно, мы сейчас восстановимся. Мы сейчас восстановимся, не волнуйтесь за меня. Так, жалко, что бомбы не восстанавливают серые сердца. Было бы круто, конечно. Прикинь, говорит, каково за лост его одолеть. Да, наверное, сложно, я поэтому пока и оставил это дело на потом. Ничего мне здесь не даст преимущество. Да нет, вроде ничего не даст. Ладно, поехали. Жалко, что попрошайка не красные сердца жрущий. Так, нам вниз. Чаще всего слышу от тебя: ой, ну кто ж знал? Да. Дядька знал, который в эту игру играть умеет, миллиард раз прошел. А я всего лишь 20. Топчи гадов. Неплохо. Так, я предлагаю вижн прожать. Ой, ты смотри, как приятно. А тут подарочек нас ждет. О, тоже неплохо. Хороший подарок. Мне нравится, плюс одно сердце. Так, давай заценим масштаб трагедии. Ну, нам просто можно налево сходить до упора, да, в челлендж зайти, посмотреть, что там. Взрывай го! А, то есть он меня не взорвал, он меня чисто облобызал. А, там маленький сундук был, ладно. Так, вот и эта фигня пригодилась. Ой, вот это я зря сюда зашел. Вот я же сказал зря. Эй!
Черт, побери. Что ж такое-то, а? Фу. Я что-то нервничаю вообще от этих парней всех. Зачем мне висельник? Ой-ой-ой. Так, хвазик, галазик, перточенч. А, понятно. Так, ну, видимо, надо ченч брать. Его тут много. Давай ченч возьмем. Так. Так. Все очень плохо, Витя пишут мне. Ну, я бы не сказал, что, конечно, хорошо, но не так, что прям очень плохо. Так, что тут у нас? Дьявольщина будет, да? Нам главное пройти первые две фазы. Последняя эта фигня для меня будет. Но вот вторая фаза меня больше беспокоит, если честно. Тихо. Ай-яй-яй, вот пошла говнака. Да что ж ты творишь, Витя? Давай, добил, есть. Так. Пятки бить меня не будут, но вот эти вот мелкие презервативы, которые тут будут летать, они могут меня ударить. Именно не взрывом, а прислонившись ко мне. Так, хорошо. Ну, конечно, до меги сатаны мы с вами не сможем дойти. Это очевидно было, когда мы с вами Бримстоун еще брали. Ага. Вот он еще, Михалыч. Совращают меня. Ай! О! Гаппи. Ну, что-то поздно он забрался. Так. Куда идти? Непонятно. Гаси, сколько мух я наплодил сразу разом, да? А и такой отряд вылетает в сторону. И всех убивают там, кого находят. Тихо, боюсь. Они у меня мощные, я, по-моему, брал вон увеличитель мух, да? А чё бы и нет? А чё бы и нет? Правда... Не знаю. Не знаю. Как вариант. Да. Можно было бы особо не брать, потому что это тупо просто... Ну, только плюс одна жизнь. Чего нет-то? Парни, вы неудачно появились. Вот для этого пертер у нас и есть. Да. Бладласт, это, конечно, хорошая тема. Но не для человека, у которого очень мало жизни осталось. Ага. Ты смотри, что только не падает. Глядишь, так нам и выпадет что-нибудь интересное. Например, папин ключ. Я прям сплю и вижу, как он нам выпадает, если честно. Ой-о-о! Мама! Сколько вас тут? Сраные пауки, а? Все, конец. Так, погоди, у тебя Dark Room не был пройден? Как там тогда у тебя Real Platinum God открылся? Так это ж баг. Ну, когда Afterbirth все поставили, у некоторых персонажей Dark Room постирался из памяти, как будто его проходил. Это баг? Такой баг, да, вот. Такой баг допустили.
Давай, в атаку, мухи. Согласен с вами, конечно. Гаппи это вообще имба, особенно с увеличенными мухами. Я прям чувствую невысказанное восхищение моим стилем прохождения этой игры. А этому мозг достался взрывной. Молодец. О, привет, говно. Привет, еще одно. Так, да не, я лучше с этой полетаю. Тык-тык-тык. О, пара-пара-пара адверсарей. Тихо. Мухами их гаси. Внучок. Что-то он там это дает, я уже не помню. Но плохого ничего не дает. Здорово, парни. Всем привет. Всем бримстон, пацаны. Я все стою и жду, когда же выпадет. Ага, понял. Когда же выпадет это... О, сундучок. Давай. Что ж ты? Никак они не хотят мне дать тот артефакт, который я хочу. А хочу я папин ключ. В принципе, мне ничего другое больше-то и не нужно. Вот и так все проходит уже без проблем. Пойду папин ключ еще поищу. Если не найду, то... К сожалению, на мега-сатану не получится зайти. Ну, мега-сатану сложно зайти тем, что... из-за того, что он... Видите, ангельские комнаты надо идти. А если на зазырите через ангельские комнаты, то... Ну, ну, хотя можно бримстон поднять, но уже потом, когда ты уже собрал ключ. Ну, такие вещи, в общем, тяжелые, скажем. Последний. Ну же. Все, ребят. Нет шансов у нас. А, нет, почему нет шансов? У нас есть шанс еще найти секретку. Который... Нет. Ящики... Ящик может быть в иксике. В иксике нет ящика. Так, что еще у нас может быть? Суперсекретка может быть, да? А в суперсекретке могут быть ящики. Так что давайте попробуем найти вам суперсекретку. Для начала будем искать ее в районе босса. Она чаще всего бывает именно в районе босса. Так, здесь ее может быть. Вот она. Нет, суперсекретки тоже нет. Ну все, я, по-моему, все возможности уже исчерпал. Реролов у меня больше никаких нет. Секретки, суперсекретки нашел. Количество ему, говорит, просто неадекватное. Ну а что ты хотел? Смотри, как я быстро его убиваю. Это все мухи. Пилюля. Пилюля счастья. Нет. И здесь нет счастья. Ну что ж, ребят, вот, собственно, и прохождение. Ну, сразу два. Сразу два прошли. Dark Room и темный сундучок. А, фу, блин. Темный сундук и Хаши мы прошли. Осталось, значит, пройти за Азазели нам мега-сатану. Ну, в принципе, нам за многих героев остается мега-сатану пройти. Рерол! Что, балалайка? ГГВП. Мухи решают. Да, всем спасибо за внимание. Виктор с вами был, как обычно. Ставьте лайки, вот, подписывайтесь, комментируйте, что бы вы сделали не так, как я сделал. Хочу послушать ваше мнение. Только не надо говорить, что из Джастиса не падают серые сердца. В принципе, все. Лайки сказал, да. До встречи в следующей серии.